Наконец мы добрались до аббатства святого Иакова, где, как нам стало известно, томится в плену некая Мария де Белин. Молящиеся монахи-доминиканцы изо всех сил не обращали на нас внимания. Либо им не нравилось, что мы нарушаем их уединение, либо они что-то скрывали. «Это святилище! Убери свое оружие!» «Я сделаю все, что в моих силах. Давай найдем этого брата Лоренцо». Служба уже началась! Скорее! Что стало с Ватиканом за последние 100 лет? Мои предшественники были не просто невежественными глупцами. Нет, это были антихристы, выдававшие себя за понтификов. Эти так называемые святые без зазрения совести готовы убить папу и занять его место. Я могу лишь надеяться на то, что история забудет этого развратника Иоанна XII.
Ему не было еще и 20 лет, но он, словно Калигула наших дней, растратил целое состояние, превратил папский дворец в бордель и был убит ревнивым мужем, который обнаружил этого жалкого грешника в постели своей жены. Но я собираюсь искоренить порок и знаю людей, которые помогут мне сделать это. Папа Григорий VII, 1073 год. Господи, прости меня грешного. Каждую ночь я слышу их вопли. Их кровь на моих руках. Что больший грех? Пытать тело человека, чтобы спасти его душу? Или бездействовать, пока дьявол завладевает им? Кто будет противостоять дьяволу, если не вы, праведники? Зло еще существует, но теперь с ним борется инквизиция. Я вижу очистительное пламя. Я вижу будущее, в котором нет дьявола. Мы все еще можем спастись. Храни вас, Господь. Аминь. Что привело вас сюда, братья-темплиеры? Мы принесли добрые вести. Мы убили зверя, который терзал твою паству. Слава Богу! Инквизиция не забудет про ваш подвиг. Мы ищем нашу подругу, Марию Дебелин. Увы, женщин в аббатство не пускают. Все равно, возможно, она здесь. Все делают ошибки. Инквизиция не ошибается. Здесь для вас ничего нет. И что теперь? Идем за ним. Он отведет нас к ней. Помоги нам, Святой Отец! В деревне начался мор. Не подходи слишком близко. Дети погибают в страшных мучениях. Успокойся, дитя мое. Я поручу моим людям наказать виновных. Мы слишком близко. Он нас заметит. Пусть ваши тела погибнут, зато души спасутся. Держись от него на расстоянии, а то он нас заметит. Брат, здесь каждый день исчезают люди. Местные жители напуганы. Это хорошо. Страх — это добродетель. Он укрепляет веру. Благослови тебя, Господь.
Не подходи слишком близко. Он услышит нас. Прошу прощения за беспокойство, отец Лоренцо. Исайя спрашивал о тебе. Я скоро встречусь с ним. Посмотрим, кто же этот Исайя. Мы слишком близко. Он нас заметит. Отец, этот идиот на пристани впустил в аббатство двух тамплиеров. Я знаю, сын мой. Я говорил с ними. Они ищут ту ведьму. Позволь мне разобраться с ними. Они убили зверя. Нет, открыто действовать нельзя. На всякий случай, предупреди людей внизу. А что, если они найдут подземелье? Убей всех пленников, а затем поступай, как знаешь. Да, отец, с удовольствием. Одноглазый человек из леса. Мерзавец Лоренцо солгал. Это меня не удивляет. Мы должны затаиться. Мари в опасности. Лоренцо пошел туда. Значит, это подземелье. Заходим туда, находим девушку и уходим. Тс, тихо. Придется действовать. Стража, убейте чужаков! Наконец мы добрались до аббатства святого Иакова, где, как нам стало... Значит, это подземелье. Заходим туда, находим девушку и уходим. Тс, тихо. Подожди, слышишь? Прячемся за почками. Быстрее, иначе они нас увидят. А, здесь ничего нет. Давай посмотрим. Ладно, ладно. Кажется, здесь что-то было. Тебе показалось. Похоже, ты стареешь. Ты слышал? Что? Будь начеку. Сюда проникли двое тамплиеров. Тамплиеры? О, нет. Ага, плохо дело, приятель. Я не хочу оставаться здесь. Это ловушка. А тамплиеры, они... Мне тоже это не по вкусу. Просто будь начеку и все. Ладно, ладно. Может, сюда они не придут? Кроме того... Как там дела с ведьмой? Она упорствует. Мы должны любой ценой сломать ее. Она должна дать показания против тамплиеров.
Это враги Ордена. Мы должны спасти ее. Теперь я могу использовать меч. Мимо стража нам не проскользнуть. Бери правого, я займусь левым. Я даже не стану доставать меч. Мы же в храме.